И еще об одном происшествии. 10 елок за одну ночь. Столько не досчитались сегодня жители Студгородка. Жители улицы Борисова обнаружили, что елки, которые студенты Сибирского федерального университета высадили этой осенью, вырублены. Самое печальное в этой истории, что, скорее всего, это сделали сами жители Студгородка. Видимо, кто-то пожалел денег на новогоднее дерево. Это все ночью происходит. Утром я выхожу с собакой гулять. Вот вчера утром вышла и ахнула. Минус 10 елок. Ну, ночью. Вечером мы гуляли, все елки на месте были. А утром их минус 10. Так, а сейчас смотрю, еще и в центре елок нет. Кто их будет караулить? Это только на совести людей.